Приветствую всех любителей игрушек из киндер-сюрпризов. Сегодня на моем канале очередное новое видео про еще один набор, посвященный Рождеству. Ну, тот, кто смотрит мои обзоры регулярно, наверное, уже видели предыдущие наборы за предыдущие года. И вот мы дошли до набора, который был выпущен в 2001 году. Вот, в моей коллекции это уже шестой такой подобный набор. Вот. И очередной набор из 9 игрушек с такой вот диорамой, которая из этой коробочки получится. Ну, сейчас игрушки-то немножко там все болтыхаются, потому что они уже все без капсул. Все это давно было распечатано, шоколад съеден, ну и вот игрушки лежат в этих своих коробочках, таких мини-диорамах. Ну и сегодня давайте мы вот с вами будем собирать, да, вот очередную вот эту диорамку. Посмотрим, что за игрушки вот в шестом по счету наборе. В 2001 году были у нас. Давайте сейчас начнем, как обычно. Вот сейчас пока уберу в сторону игрушки. Вот, и сначала соберем саму диораму, и после этого будем уже игрушки доставать. Так, ну вот сначала у нас сама вот картонная коробочка превращается в такую мини-диораму, да? Импровизированное вот жилище и, соответственно, место перед жилищем, да, вот, и, ну, что тут вот еще, и снежок, и песок, тут все что угодно можно придумать. Так, ну и давайте будем к этой коробочке прикреплять то, что положено. Так, ну это вот левые и правые части, как и обычно. Изначально, да, вот все они тут были согнуты, и сейчас мы их все пристроим на свои положенные места. Специальные ушки вот вставляются в положенные места. И вот здесь закрепляем. Так, ну вот, вот уже у нас левый край готов. Так, теперь займемся правым. У нас тоже раскладывается такая картиночка. Ставим эти ушки в положенные пазики. И все у нас уже практически будет собрано. Так. Вот и все. Видите, в этот раз у нас нет вот здесь никакого специального фона, который отдельно вставляется. В этот раз коробочка сделана так, что весь фон ну, сразу нарисован, да, нет вот этой дополнительной вставки, что-то изменилось. И в прошлом году, кстати, да, вот который мы показывали набор, вот здесь такой навесик сооружался, здесь тоже такого навесика нет, ничего страшного. Все, вот, ну, должно что-то меняться каждый год. Вот в этот раз что-то изменилось. Так, ну давайте теперь, наверное, мы перейдем к игрушкам. Давайте теперь посмотрим, какие 9 игрушек, и потом быстренько расставим все их в эту нашу полученную диораму. Итак, посмотрим, какие у нас игрушки в этом наборе. Ну, главный герой всего набора, естественно, вот он. В этот раз вот, вот так вот он собирается. Вот. В этом наборе есть игрушки, которые были раньше, но только с какими-то изменениями. А есть игрушки, которые ну, новые, которых раньше не было. Сейчас по одной буду так собирать. Такими, да, с нимбами сделанными, вставными. Но это подобное мы уже видели. Не, игрушки классные, качественные, да. Ну, единственное, что многие, конечно, повторяются, игрушки. Ну, что ж поделать, да. Ну, по крайней мере, у них, да, где-то меняется раскрас. Другие цвета одежды периодически. Вот у некоторых. Ну, а некоторые, как я говорю, персонажи абсолютно новые. Так, вот где-то от нее тоже нимб. Сейчас его найду. Вот тоже у нее вставляется, как и в прошлом году. Так, следующее. Ну, у нас вот корова и осел тоже опять идут, ну, в одной капсуле.
вместе. То есть в первых наборах это были разные игрушки. В этот раз они такие вот, ну, не полное тело, видите, а пустые внутри, такие облегченные. Вот. И теперь они у нас идут как одна игрушка. Так, дальше у нас идет вот такой вот персонаж. Такого еще у нас не было. Видите, вот спящий такой молодой человек. Такая горизонтальная лежачая игрушка. И, соответственно, вот собачка к нему в комплекте. Очень тикий-то симпатичный песик такой. Так, следующая игрушка. Так, ну пускай будет вот такой у нас с ведрами водонос. Подставка вот прикрепляется отдельно, зелененькая, пластиковая. Ну, ведра тоже одеваются, да, эти болтаются. Прикольно. И классные игрушки на самом деле. Побольше бы сейчас таких, ну вот, что-то вот не балуют нас такими качественными фигурками в последнее время. Вот. Так, ну осталось еще две игрушки. И потом будем собирать диораму. В этот раз на диораме почему-то не нарисовано. Ну, то, как вот советуют размещать, да, поэтому размещать будем в произвольном виде, в произвольном порядке. Так, ну и последняя, девятая игрушка. Это вот такая вот падающая звезда. Она крепится вот сверху отдельно. И сейчас мы ее, естественно, тоже там стараемся закрепить. Здесь вот выключатель, ну, что-то в ней там светилось, насколько я помню, но время прошло уже несколько лет, да, с 2001 года. Ну, вот сейчас к моменту съемки уже, ну, 20 лет прошло, и, конечно, уже ничего не светится, видно. Ну, наверное, можно раскрутить, заменить батарейку, ну, я этим пока заниматься не собирался, ну, наверное, возможно это сделать. В общем, вот такая из нескольких частей собирается звезда. Так, ну, давайте сейчас будем переходить к собиранию нашей диорамы. Итак, вот снова наша собранная, ну так назовем ее все-таки, наверное, правильно, диорама, куда мы будем сейчас расставлять наши фигурки. Все наши игрушки. Ну, давайте, наверное, начнем вот с этой звезды, которая в этот раз в комплекте. Она вот крепится куда-то вот сюда. Специальная там такая прорезь сделана в коробочке. Так, ну и давайте расставлять игрушки. Ну, традиционно. Его ставим сюда. Так. Ну, конечно, с двух сторон. Так, эти обычные игрушки. Так, ну и вроде как у нас осел, корова тоже здесь присутствуют. Здесь рядышком разместим. И остается еще несколько персонажей. В принципе. Ну, вот, наверное, и все. Вот получился такой набор в этом году, в 2001-м. Шестой набор, вот по моим подсчетам, других пока не знаю ранее выходивших. Вот у меня он шестой. И надеюсь, набор вам понравился. И вы смотрели предыдущие. И в ближайшее время будут еще и несколько других наборов, которые выходили в более поздние годы. Вот сейчас в ближайшее время постараюсь все их выложить на моем канале. И можете посмотреть, вот, как изменялось от года к году, да, вот эти серии, чем менялись, чем отличались. Ну вот, пожалуй, и все. Давайте заканчивать обзор. Шикарные игрушки, отличный набор. Ну, смотрите другие ролики на моем канале. Ну, на этом все. Всем пока!